Добрый день. Меня зовут Кремнева Наталья Валерьевна. Я являюсь заведующей отделением гематологии филиала Павлова Московского научного клинического центра. Известно, что ежегодно 15 сентября отмечается День борьбы с лимфомами. Лимфома относится к злокачественным гематологическим заболеваниям опухолевого генеза, который поражает в основном лимфатическую систему. Это лимфатические узлы, костный мозг, селезенка и тимус. Лимфома – очень серьезное заболевание, которое с течением времени прогрессирует. В группе риска может оказаться каждый. Лимфома не относится к заболеваниям, к смертельным заболеваниям, но с прогрессированием эффект лечения понижается. Соответственно, если лимфома выявлена на ранних стадиях, то эффект излечения очень велик. Симптомы лимфомы очень легко перепутать с симптомами вирусных заболеваний, такими как слабость, повышение температуры тела, утомляемость, головная боль, ломоту в теле. Кроме того, могут увеличиваться лимфоузлы, появляться кожный зуд и снижаться вес. При проведении противовоспалительного антибактериального лечения эффекта никакого не оказывает. При сохранении данных симптомов несколько недель очень большая просьба сразу обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Сегодня наш Московский клинический научный центр оснащен оборудованием, которое позволяет диагностировать злокачественные новообразования, в том числе лимфомы, на ранних стадиях. Также хочется сказать о том, что в нашем Московском клиническом научном центре расширилось гематологическое отделение, открылся филиал на улице Академика Павлова, 22, где в комфортных условиях в одно- и двухместных палатах проводится весь спектр диагностических и лечебных процедур, в том числе лечение лимфом и других гематологических заболеваний. Таким образом, хочется подвести итог. При выявлении первых симптомов заболевания просьба сразу обратиться к врачу. Ваше излечение полностью зависит от вас. Чем раньше мы диагностируем это злокачественное новообразование лимфоидной ткани, тем больше шансов на выздоровление. Всего вам хорошего, будьте здоровы!